школе номер 17, 55-й гимназии и 107-м лицее ученикам вручают дипломы и стипендии. Шестиклассник Андрей Градецкий рассказывает, получил диплом за успехи в легкой атлетике и шахматах. Школьник уже решил, на что потратит 1500 гривен стипендии. Пригласит на прогулку в парк всю свою семью. Я очень рад, что получил премию. И на следующий год тоже буду стараться, чтобы тоже достичь таких успехов. Пятиклассница Валерия Пернировская награждена за достижения в учебе и спорте. Школьница профессионально занимается спортивно-бальными танцами. Стипендию, говорит Валерия, потратит на платье для выступления на предстоящем соревновании. Меня наградили за то, что я хорошо учусь, и я стараюсь, я люблю учиться и танцевать. Вообще я люблю все предметы, но больше всего я люблю математику, русский, английский. 11-классница Мария поставила для себя цель получить стипендию. Еще в прошлом году лицеистка приложила немало усилий и добилась желаемого. Когда еще в прошлом году выдавали 11-классникам премию, мне хотелось, я думала, вот в 11 классе буду очень много учиться, много стараться, много чем заниматься, и это привело к результатам. Действительно, это очень стимулирует, особенно сейчас современную молодежь. Из каждого учебного заведения 522-го микрорайона стипендию получают 10 детей, которых выбрали по определенным критериям учителя. Программа по поддержке одаренных детей и стимулирования высоких результатов в учебе и творчестве разработана при содействии депутата Горсовета Станислава Косинова. Народный избранник лично поздравил стипендиатов с успехом. Остальным ученикам пожелал достичь высоких результатов в следующем учебном году. Я считаю, что это хороший стимул для остальных учеников, чтобы они почувствовали небольшой, но дополнительный стимул для того, чтобы хорошо учиться. И самое главное, это хороший пример для всех остальных, что нужно подтянуться и в следующем году тоже стать нашим стипендиатом. Когда ребенок получает внешнее признание, это очень здорово. Мой ребенок в этом году стал стипендиатом благотворительного фонда Станислава Косинова. И я очень благодарна Станиславу Анатольевичу за то, что он поддерживает наших детей. Одаренных учеников данных учебных заведений награждают за успехи в учебе, спорте и творчестве уже третий год подряд. В следующем году традиция будет продолжена. Ольга Куриленко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».